Ну что, девочки, всем привет. Меня можно поздравить. Я с подпухшим глазом. То есть утром он у меня был вот такой. У меня покус... В общем, добралась вчера до грядок с этой травой, травушкой-муравушкой, в которой, конечно же, живет кто? Комарьё да мошкарьё. И вчера, девочки... На две ноги по 5 укусов. Мошкары. У меня ноги были в 2 раза больше. И глаз вот такой. С утра я жахнула зодок. Вот. И к вечеру глаз более-менее, но чешется капец. Если вам известны еще какие-нибудь препараты от непосредственно вот укусов, ну, у меня аллергия на укус мошки, да? Я не знаю, то есть война началась, уже все, первые потери пошли. То есть у меня минус 2 ноги и минус 1 глаз. Но понятно, что это все временно и что это все пройдет, но просто, может быть, есть что-то более быстрее действующее, чем зодок, да? Потому что, девочки, либо я это мошкарьё победю, либо я проиграю эту войну, но... либо вот не будет уже никакой травки, потому что вот муж заканчивает, мы всё-таки хлопнули, конечно же, не без помощи еще сотрудников, мы жахнули эти грядки, и вот сейчас муж разравнивает, и мы сделаем там газон, все хорошо. Но грядки, которые мы... Боже мой, солнце везде. Но грядки, которые... Мы так делали долго, мы с мужем вспоминаем, как мы это дерево таскали строительного рынка, как он колотил целый выходной день эти грядки, вот она, куча. Теперь мы понимаем, что это эту кучу, ее надо попилить и сжечь. В общем, сначала строим, потом ломаем, и, конечно, это капец. Но, тем не менее, мы победили. Этот ужасный участок, ну, имеется в виду этот ужасный край участка на нашем участке. И у нас есть вода, мы спасаемся водой. Детки сегодня купались в этом фонтане. Артезианская вода поливает нам газон. Так вот, сначала мы поливаем газон, потом мы начнем косить газон. Потом мы снова от жары будем спасать газон, поливая его. Потом мы будем снова бороться с самим газоном. В общем, это какая-то бесконечная борьба, девочки. За семена, за урожай, потом с урожаем борьба. В общем, поэтому мы убираем это вот всю вот лишнюю траву, в которой мошкара, да, водится. Чтобы меня не кусали, чтобы у меня не было вот этого, то, что у меня на лице. Девочки, это капец. И многие из вас в комментариях написали: Тома, как там с мошкарой дела у вас? Девочки, капец. У меня, я не покажу вам ноги, это капец. И глаз сегодня уже вот к вечеру более-менее, но был... Ботокса не надо. В губы не кусают почему-то, так бы губёшки накачала. Хотя бы на 2-3 дня. Ну, боль, конечно, адская от этих укусов, девочки. Поэтому берегитесь, конечно, от мошкары, от комарья и вообще. Но комарья нету. Вот комарью как-то у нас, знаете, как на даче начинается? Вот как-то с 6 до 7, с 7 до 8, да? Вот идет мошкота и комарье. А потом бац, и все. Как будто все куда-то уходит спать. Поэтому мы потихоньку приспосабливаемся к жителям нашей дачи, маленьким, мелким, которым мы пока что проигрываем войну, потому что, ну, либо я выработаю иммунитет на эту мошкоту, либо она меня доконает. В общем, девочки, если у вас есть какие-то рецепты по поводу того, чтобы опухоль с глаза прошла как можно быстрее, потому что мазью я глаз точно мазать не буду, потому что это глаз, а у меня 100% зрение, я не хочу его терять. К 45 годам иметь 100% зрение, это, знаете ли, Богу спасибо. Я его берегу. Вот. А ножку я мажу мазями, все хорошо. Если у вас есть какие-то рецепты по снятию опухоли с глаза, и это не какие-то мази, да, буду рада рецептам. Зодок пью, не волнуйтесь, все хорошо. Да будем живы, не помрем. 100 боев из 100 проиграла, надежд не теряю. С любовью, Тамара. Ну, я вам скажу, чтоб я так жила.
Воду набрали горячую с бойлера. Мама кормит вкусняшкой. Да, да, держать. А то жена думает, что она на море. Там один бассейн, здесь другой бассейн. Да ты босс-молокосос просто. Просто босс-молокосос. О, да, фонтаны, брызги. О, боже, держите меня, Семера. Да, тут домик, тут лежак. В общем, все, чтобы это дитё улыбалось. В сегодняшнюю 34 градуса жары в Москве. Зачем нам моря? У нас вон. Он клюзи. Он клюзи, точно. Все включено. Бадя-бади. Так. Ты куда это? Ты куда это? Помочь? Да, все-таки вода это наше все. А еще если когда она разливается в разные стороны, бац, и пошла в другую сторону водичка. Дети не отходят от разливателя этого. А это уже наигралось. Это уже все. Здравствуйте. Че, 100 тысяч удовольствий, да? Че грызем? Яблочко грызем. Ой, боже мой, да ты ж маленькими кусочками, поаккуратней. А кто это у нас тут такой чумазыш? Диана, ты в чем? Вот, да. Вот такие они. Дачники. Дачники. Деревенские. Моем.